Занятие по развитию речи. Тема «Игрушки». Обогащаем словарь, развиваем память, внимание и мышление ребенка. Вводим в речь ребенка обобщающее понятие «игрушки». Развивающие игры для малышей. Тема «Игрушки». Лизонька, посмотри, как у нас с тобой здесь много игрушек. Лиз, да, посмотри. Много. Да, мы с тобой сейчас будем доставать игрушки, называть их и посмотрим, какие они на ощупь, твердые или мягкие. Бери любую игрушку. Лизонька, как называется эта игрушка? Паровоз. Пощупай, какой он, твердый или мягкий? Твердый. Давай, твердую игрушку я себе возьму, а мягкий мы будем тебе отдавать. Доставай следующую. Так, кто это у нас? Медведь. Да, Мишка. Пощупай, какой он, Лиз? Мягкий. Мягкий. Следующую берем игрушку, Лизонька. Ну-ка, кто это у нас? Собачка. Собачка. Сажай рядом с Мишкой. Какая собачка у нас? Давай, мы с тобой не сказали, твердая или мягкая? Мягкая. Мягкая. Ну, давай еще доставай какую-нибудь игрушку. Так, что это за игрушка? Юла. Юла. Какая она, мягкая или твердая? Твердая. Твердая. Забираю себе. Так, доставай. Так. Как мы назовем эту игрушку? Кошечка. Кошечка. Котенок. Какая она, мягкая или твердая, Лизонька? Мягкая. Лизонька, мягкий себе Лиза забирает. Так, давай. Вот так. Очень хорошо. Ну, давай, какие еще у нас игрушки, Лизонька? Доставай. Это что за игрушка? Это? Угу. Пирамидка. Какая она, мягкая или твердая? Мягкая. Мягкая? Ой, твердая. Тут. Ну, давай, значит, я себе беру. Вот, твердые сюда поставлю игрушки. Ну, давай еще достаем. Вот так. Ну, хорошо. Кто это, Лизонька? Зайчик. Какой он, мягкий или твердый, Лиз? Мягкий. Забирай себе. Смотри, а вот я себе взяла машинку и кубики. Какие они, твердые или мягкие? Твердые. Твердые. Забирай себе. Спасибо. Мячик. Я как, мячик. Ну какой он, скажи мне, твердый или мягкий? Твердый. Твердый. Поставлю себе. Так. А матрешка? Тоже твердая. Ну все, а это пусть маленькая пока здесь полежит. Вот матрешку поставим себе. Лиза, а теперь мы с тобой поиграем в флажки. На тебе красный флажок. Да. Давай. И зеленый. Да. А у меня будет синий и какой? И желтый. Желтый. Флажками машем. Вот, помахали флажками, помахали. Лиза, а теперь слушай мою команду. Флажки вверх поднимаем, вниз опускаем. Вверх поднимаем, вниз опускаем. В стороны. Лизонька, в стороны ручки. В стороны. Ручки и флажки к себе. В стороны. К себе. Лиза, слушай внимательно. Вверх. Вниз. В стороны. К себе. А теперь я говорю, а ты выполняешь, хорошо? Так, мы с флажочками играем. Флажки вверх поднимаем. Вниз опускаем. В стороны. К себе. А теперь флажками помахали. Вот, молодец. Убираем в корзиночку, в коробочку. Лиз, а теперь послушай. Убери зайку в коробку. Так, молодец. Теперь убери собачку в коробку. Хорошо. Кошечку убери в коробку. Угу. Угу. Давай. Какая у нас осталась мягкая игрушка? Медведь. Мишка у нас. Нет, мы его не будем убирать. Посадим Мишку. А остальные игрушки у нас остались какие, Лиз? Этот у нас, помнишь, был мягкие игрушки, а эти были твердые, да? Вот смотри, будем играть. Оставляем с тобой матрешку. Куклу. Юлу поставь около себя. Юлу. Хорошо. Паровозик. Кубики. И мячик. И мячик. Лизонька, а теперь я тебе даю картинки. Найди для каждой картинки свою пару. Мячик к мячику положи. Куклу к куколке. Так, молодец. Вот, куклу для куклы. И называй, какие у тебя картинки. Это что за картинка, Лизонька? Мяч. Мяч, ну-ка. Давай, мяч к мячу положим. Так, следующая картинка какая у тебя, Лиза? Юла. Юла. Юлу к Юле положим.
Что это такое, Лизонька? Кубики. Лизонька, кубики. Вот сюда, молодец, умница. Какие еще у нас остались картинки? Кто это? Мишка. Мишка, где Мишутка наш? Ну-ка, вот он. Давай сюда положим картиночку. Да. Вот сюда впереди. Вот, Мишка, тебе пара. Мишутка. Так. Теперь вот это. Что это такое? Паровозик паровозику. Точно, паровозик паровозику. У нас осталась пирамидка. И что это такое, Лизонька? Машинка. Куда положим? Вот сюда. Ничего вот, сюда. Да, хорошо. Вот. Что у нас с тобой осталось? Вот это. Как это называется, игрушка? Это пирамидка. Пирамидка, да. Пирамидка. Пирамидку к пирамидке. На этом занятии по теме игрушки мы заканчиваем.